это развивается сорт Мюллер Тургау, посаженный осенью. Вот видите, соцветие. В этом году мы сейчас устанавливаем кол для того, чтобы на следующий год мы могли полностью виноградник вывести на шпалеру. Агроном Тимур Губайдулин показывает годовалую лозу. Посажено более 700 гектаров. Этим саженцам около года. Мюллер Тургау – сорт белого винограда. Один из классических. Используется в том числе для производства игристых вин. Первый полноценный урожай лоза даст через пару лет. Буквально через дорогу – каберне. По словам специалиста, анапская земля и климат практически идеальны для выращивания винограда. Чистенький, нигде ничего нет, никаких заболеваний. Все в прекрасной форме. Пока виноград отправляют на заводы, расположенные в Темрюкском районе. В обозримом будущем местного урожая будет хватать для запуска производства непосредственно в поселке Виноградном. Темпы 300-400 гектар посадок в год. Это дадут работу около 300 человек, трудоустроят. Так что у нас есть вакансии там агрономов, водителей, там газосварщиков. Пожалуйста, пусть подходят, приходят. Работа есть. Также винограды требуются работники. В перспективе довести общую площадь виноградников до 2000 гектаров. После того, как предприятие в Виноградном заработает на полную мощность, на виноградниках, а также на переработке будет занято около 1000 человек. При том, что население сельского округа 6500. Мы с нетерпением ждем, когда предприятие выйдет на полную мощность, чтобы наши дети, в конце концов, пошли учиться на виноделов, на агрономов, а не экономистов, юристов и так далее. И чтобы предприятие процветало, смотря как предприятие развивается, душа радуется. Мы соскучились по этому. Уже сегодня здесь трудятся 300 человек. Продуманы несколько маршрутов для вахтового автобуса по соседним хуторам и поселкам, а также в Джигинку. Игорь Першин из хутора Черный на тракторе работает 20 лет. Сел за руль сразу, как исполнилось 18. Технику знает от и до. Это не ремонт, профилактика. Нужно подтянуть пару болтов. Механизаторы! Когда-нибудь они на вес золота будут. Возрождается виноградарство. Если работаю, значит радует. Зарплата есть, кушать есть. Все неплохо. На сегодня в муниципалитете более 3000 гектаров виноградников. За последние несколько лет их площадь увеличилась примерно на треть. В этом году дополнительно высадили 212 гектаров, а осенью планируется высадить еще 650. Сейчас это как бы очень актуальная тема – агротуризм. Виноделие, поэтому на территории нашего края, и особенно у нас в Анапе, она активно развивается, увеличивается площадь виноградников, привлекаются инвестиции, это и домашнее виноделие, поэтому это, как бы, я считаю, сейчас наиболее актуально у нас. Помимо стратегических инвесторов, которые закладывают основу для дальнейшего развития отрасли, появляются небольшие, в том числе семейные предприятия. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа регион.